Сначала сделаем петелечку подвеску. Для этого мы возьмем кусочек шнура, здесь у меня 30 сантиметров, складываем пополам и оба эти конца вставляем в дырочку, в петельку, которая находится на шаре. Далее эти оба конца завязываем узелком. Крепко фиксируем узелок. И теперь вот этот конец шнура мы вводим под узелок и затягиваем. Вот у нас получился такой подвес, петелечка подвес. Теперь нам этот узелок нужно приклеить, натянуть и приклеить прямо на вот эту вот пластмассовую петельку. Наносим немного клея на этой петелечке. И быстренько подтягиваем и быстренько-быстренько прижимаем этот узелок. И поддержим, чтобы он приклеился к пластмассовой петельке, которая находится на шарике. Теперь еще, чтобы вот это вот не болталось, мы клей наносим на вот эту вот часть. Сюда тоже прям чуть-чуть. Подтягиваем и подержим. Так вот, чем-нибудь металлическим. Все, мы зафиксировали подвеску, петелечку. Теперь вот эти лишние хвостики можно обрезать, чтобы они нам не мешали. Вот получилась подвеска, петелечка. Теперь нам нужно украсить заднюю часть шара, то есть вот эту часть, которая у нас обтянута бархатом. Вот эту вот половинку шара нужно разделить пополам, я уже это сделала, и поставить меточку. Я вот поставила булавочку. Теперь берем нашу металлизированную ленту, и нам эту ленту, то есть тесьмо, и нам эту тесьмо нужно ровно приклеить от пластиковой петельки вниз до вот этих пор, где заканчивается у нас бархат. Не нужно, чтобы тесьма уходила на эту прозрачную часть. Приклеивать я буду термоклеем. Приклеивать здесь очень просто. Наносим клей, фиксируем эту тесьму и ровненько приклеиваем к низу. Вот так должно быть. Здесь можно немножко клей наносить на тесьму. Можно не на бархат наносить, а на тесьму. Нанесли, натянули, чтобы тесьма была ровно. И значит, нужно немножко ее подтянуть. И приклеили. И так нужно сделать до низа, то есть до вот этой части, где у нас заканчивается бархат. Я еще раз сказала, на стеклянную часть заходить не нужно. Но это можно сделать самостоятельно. Когда эту тесьму приклеили в задней части, теперь нам нужно заклеить вот эти вот стыки. Для этого возьмем тонкую ленту розовую. Я уже говорила, ширина этой ленты 0,5. И аккуратно приклеим вокруг шара. Клей здесь нужно наносить на бархатную часть. На вот эту стеклянную прозрачную клей наносить не нужно, так как он будет виден. Смотрите, я вам сейчас покажу, как это. Наносим капельку клея на бархатную часть.
и приклеиваем край ленточки. И закрываем этой лентой. Половина ленты уходит на стеклянную часть, половина ленты уходит на бархатную часть. Но клей нужно наносить на бархатную часть. И так нужно оклеить вокруг всего-всего шара. Далее, когда эта лента у нас будет наклеена, нам будет нужно приклеить сверху металлизированную тесьму. Тоже очень просто. Прикладываем, наносим клей на тесьму и приклеиваем на розовую ленту, стараясь, чтобы тесьма ложилась ровно и не выходила ни туда, ни туда. Давайте так и... Вот я наношу клей на бархатную часть. Теперь натягиваю ленту и ее кладу, чтобы половина ленты была на бархатной части, а половина ленты была на прозрачной. И внутри у нас, если посмотреть вовнутрь, через эту стеклянную, через эту прозрачную часть, видно, что лента идет ровно по шару. Ни туда, ни сюда она не уходит. Теперь сверху на эту розовую ленту мы приклеиваем эту металлизированную тесьму. Наносим клей на ленту и приклеиваем. В то же время смотрим, чтобы тесьма, край тесьмы шел ровно. Наносить можно и не на ленту, можно сделать еще так. Нанести вот так чуть-чуть на тесьму маленькими капельками и приклеить. И посмотреть, видите, внутри ровный идет край. И так обклеиваем по кругу. Когда металлизированная тесьма наклеена, мы приклеиваем полубусины. Наносим клей на сами полубусинки понемножку небольшими капельками, по чуть-чуть, и подклеиваем к этой тесьме по кругу. Приклеим по кругу и не забудем приклеить эту тесьму вот здесь. Вот. Я украсила шар тесьмой и полубусинами и сделала бант. И приклеила его с обратной стороны шара. Теперь такой же бант нужно сделать на лицевую часть шара. Для этого нам понадобится два отрезка длиной 20 см и ширина этой ленты 4 сантиметра и два отрезка ленты длиной 18 сантиметров и шириной 2,5 сантиметра. Берем широкую ленту, складываем пополам, отмечаем середину. Теперь берем одну часть, прикладываем к середине, немножко выходим за середину на 0,2 миллиметра, сверху прикладываем вторую и берем иголку с ниткой и делаем сборочку. Сборочку нужно делать маленькую. Чем меньше сборка, тем красивее будет бант. Оставляем так. Теперь вторую ленту, второй отрезок ленты также складываем. Находим середину. Прикладываем, выходим на середину, где-то перенакрываем середину где-то на 2 миллиметра и прикладываем вторую часть ленты. И опять же делаем сборочку.